Здравствуйте, друзья. Приехал домой. Буду овощами кормить. По-быстрому на терке натер капусту, морковку. Добавил чуть черного перца, куркумы и немножко соли. А вот остальные балбесы. Вот друзья спарились. От привозного, вот братья и его сестра, вот сидит слева, это самец, нет, справа, самец, вот они спарились, вот пискуны, друзья, о, какой жирный, тьфу на тебя, вот тоже. Самочка, вот это, вот он, справа, это его одна гнездка. Вот тоже на яйцах сидит. Вот смотрите, как защищает, а? Смотрите, как защищает. Защитница, видите, как? О, как не встает, не убегает. Вот еще пискуны. Вот тоже. Вот тоже самочка линяет с головы, на яйцах сидит. Ладно, поставлю на паузу. Вот все собрались. Поставлю на паузу. Насыплю. Вот насыпал уже с полу. Чуть-чуть пересыпал. И вот с полу плюют. Вот смотрите, сейчас как они будут уплетать. Давай, налетай. А вы что там двое сидите? Вот, друзья. Выйти, чтоб не пугать их. Вот, видите. Уплетают. О, у них другие заботы. Другие заботы. Споровался взрослой голубкой. Так и хотел. Сейчас я их выгоню тоже. Вот ухаживает. Тут мне писали в комментариях, друзья, если самец на гнезде. Ну, подзывает на яйца. Брачные игры в них. Это он так подзывает. Бывает, самка сидит на яйцах, тоже гудит. Идите тоже кушайте. Чё ж вы тут заботы? Давай. Вон, смотрите. Он кусается, как видите. О, не мешай нам, говорит. Вот видите, как кусается. Залюка. Вот они как. Поставил я им гнездо, друзья. И порезал, если честно, я их порезал, друзья. Потому что иногда выпускаю во двор. Начинают срываться, конечно. И, друзья, не хочется терять. Конечно, не без этого. Не хочется терять, не без этого. Ну, друзья, сидят рядом, прямо сидят рядом. Я не знаю, у кого как. Может, неделю, два, три раза прилетает. Но тут, друзья, это вообще... Кто-то хвастается, что у него сокол не забирает. Хотя там и сапсана не может быть. А тут у меня, друзья, это, да, уходят, ну, раз, два, три, четыре, ну, по-любому бывает, голубь ошибку допускает. А люди есть, хвастаются. У нас супер голуби, это хищник. Это хищник.
хищник. Голуби тоже могут, да, быстрыми все. Да, согласен. От тетеревятника голубь может уйти. Согласен. Ну, сапсан это... Ну, не знаю, друзья. Люди хвастаются. Вот если бы здесь бы были те, кто хвастается, или тот, кто хвастается, если бы был бы здесь, жил бы, я бы посмотрел бы. Я бы посмотрел бы тогда, как от сокола уходит. Тем более с километра, друзья, сидит. Ну, если есть такое мнение у человека, если голубей ловит, значит голуби болеют, друзья. Ну, видите, постоянно снимаю видео. Вот кроме отравления, когда вот пытались отравить, только тогда ослабли. Я-то знаю свои голуби, друзья. Как-то так, друзья. Весь в линьке. Линяет. Ну ничего, скоро начнем. Постепенно, постепенно уже насильно их гонять. Так-то срываются. Последний раз сорвались. Штук 5-6. Полчаса полетали где-то. Ну и этот там тоже был. У меня самцов мало, я поэтому порезал. Я вообще не режу, но немного разведутся больше. Ну как-то так, друзья. Вот тоже пескуната. Да. Ладно, друзья, удачи. Удачи.